Hi guys, I probably will do in Russian. Конечно. Is it okay? Yeah. Thank you. And say your name. Yeah, guys. So is it okay if we switch on the presentation and then I will just quick intro of myself and we'll switch to Russian eventually somehow. Okay. Amazing. Так. Друзья, привет, дамы и господа. Меня зовут Максим Крупышев. Я не ожидал. Прекрасно, спасибо. Я занимаюсь криптовалютой с 2013 года. Я один из основателей украинской комьюнити. Там все, кто в крипте тут очень давно, все меня как-то видели, знают. В общем, ну, в какой-то степени я пытался приложить свою руку к росту крипты в Украине. Вот, я последние 5 лет занимаюсь криптоплатежами и, собственно, решил вам рассказать о том, что же это такое, чем мы занимаемся и... Может быть, вы увидите в этом какие-то возможности для вашего бизнеса, может быть, вы решите сделать похожий бизнес, или, может быть, у вас будут какие-то вопросы, которые нам стоит обсудить, которые помогут нашей организации и вашей организации расти. Так, о чем бы я хотел вам сегодня рассказать? План достаточно простой, то есть мы поговорим, ну, кто мы вообще такие, очень быстро. Каким образом вам выбирать провайдера, с которым вы хотите работать? Какие есть детали и тонкости? Зачем вообще вашему бизнесу прием крипты? Я понимаю, что большинство из вас скорее криптобизнесы, вот, но, возможно, у вас это наложено на какие-то мысли. Вот, и какие есть вообще риски, оперируя с криптой там, в более-менее каком-то классическом бизнесе. Так, кто мы такие? Мы на самом деле на втором месте в мире по объему платежей. Мы на первом месте в мире, работая с high-risk бизнесами, там, говоря про онлайн-развлечения, про ставки на спорт, ставки на e-sport. В общем, ну, все то, что не является классическими мерчантами. Вот, у нас в этом году мы запроцессили порядка 4 миллиардов евро, вот, и мы процессим примерно 1 миллион криптотранзакций в месяц. Это, может быть, звучит как немного, но для крипты это достаточно много. Вот, у нас несколько security аудитов, мы стараемся брать рынок тем, что мы максимально честные, то есть, как многие провайдеры говорят, что мы бесплатные, но втихаря накручивают на курсе обмена. Я думаю, все знакомы с этой бизнес-моделью. Вот, у нас есть много разной крипты, и мы стоим там достаточно недорого. Вот это, собственно, все, что я хотел рассказать вам про нас. Как выбрать вообще провайдера? Вы можете пройти по простому пути, просто начать работать с нами. Мы достаточно большие. У нас домен cryptoprocessing.com. Если же вы хотите поискать на рынке, я хотел бы вам подсказать, на что стоит обращать внимание, когда вы начинаете работать либо с hot wallet провайдерами, либо с процессингами, либо с чем-либо еще. То есть, как правило, бизнес стремится к тому, чтобы дать своим юзерам и мгновенный экспириенс. То есть вы знаете, что крипта чаще всего не мгновенная, и там самые популярные типа биткоина и эфира, они мало того, что дорогие, так еще и медленные. Дальше вы должны хеджировать свой риск обмена, то есть если там кто-то с вами расплатился криптой, а ваша бизнес-модель не рассчитана на то, чтобы крипту хранить, то ее нужно продавать. Обычно это ваш провайдер должен сделать. Вам нужно убедиться, что ваш провайдер проверяет источник средств. Я думаю, об этом говорил уже и Миша, и Эйнштейн, и Гордон упоминал. Вот, о том, что нужно смотреть, откуда приходят биткоины, из Даркнета или не из Даркнета. В общем, это достаточно важно, это с каждым годом становится все более важно. Если там в 2015 году об этом просто говорили, то сейчас это уже нужно обязательно делать, потому что весь блокчейн, он уже не анонимен, и как бы там, если вы приняли какие-то ненужные деньги, то к вам придут и вас найдут. Поэтому нужно это аккуратно делать. Что этот провайдер сможет вам доставить деньги вон туда, куда вам нужно. Вот. И что у провайдера есть опыт работы с объемами, потому что стартапов в этой сфере достаточно много. Я уверен, что кто-то из вас управляет таким стартапом или подумывает о стартапе о том, чтобы сделать свою криптоплатежку. Это не так просто, насколько это кажется на первый взгляд, оказывается. Вот. И, в общем, убедись, да, что провайдер умеет работать с большими цифрами, потому что возможность работать там, с 10 операциями в день и с миллионом в месяц – это ну, совсем разные подходы, совсем разные продукты на самом деле. Вообще, какие ключевые моменты вам нужно учесть для того, чтобы
сделать это правильно в своем бизнесе, или если вы разрабатываете такой проект, что вам нужно сделать, что рынок на самом деле хочет. Я это говорю с точки зрения человека, ну, мы сейчас работаем там с порядка 800 бизнесов, и, конечно же, постоянно от них собираем фидбэк, постоянно анализируем, кто на рынке, что делает, для того, чтобы дать максимально конкурентоспособный продукт. И вот то, что мы определили как, ну, как достаточно важные вещи, что нужно клиенту и что мы даем клиенту, ну, на своем примере. То есть нужно как минимум давать большой выбор приема разной крипты. То есть там кто-то работает исключительно с биткоином, я считаю, что на сегодняшний день это уже неправильно. Конечно, есть биткоин-максималисты, которые говорят, все остальное вымрет, кроме биткоина. Но хотя бы я бы говорил давать выбор из 5 криптовалют. И один из них стейбл, типа USDT или USDC. Интеграция. Есть множество вариантов, я на этом останавливаться не хочу. В общем, нужно сделать очень хороший флоу, понятный для пользователя. Мы используем несколько вариантов, и клиент уже исходя из своего понимания, из своего видения своего же продукта, может выбрать тот, который ему необходим. Дальше, для мерчанта очень важно дать правильные материалы для его команды саппорта, чтобы она поняла, как саппортить тех юзеров, которые, собственно, платят в криптовалюте. Непоняток на самом деле очень много, и даже, казалось бы, да, те люди, у которых есть криптовалюта, они якобы должны быть достаточно образованными, что они понимают, как ею заплатить. Но если получается так, что человек платит криптовалютой в какой-нибудь там второй раз в жизни и обращается в саппорт, который тоже ни черта не понимает в криптовалюте, это создает абсолютный бардак. Вот, как бы, ну, нужно максимально этого избегать. Да, конечно же, очень важно обсудить это со своими бухгалтерами, дать им разобраться, как правильно с этим работать, и убедиться, что юридическая команда ок со всеми вытекающими и понимают все риски, которые с этим связаны. Как правило, вам нужно делать такой продукт, или если вы на стороне бизнеса, то вам не нужно знать все детали криптовалют, но есть определенные базовые правила, которые все-таки очень важно знать. Дальше платежи должны быть мгновенными. Есть несколько способов это делать. Это можно сделать как на стороне клиентском, так и на стороне провайдера. На стороне клиентской это делается обычно, если мы этого юзера уже знаем, он у нас что-то покупал или он нам платил, то можно его транзакции принимать мгновенно. Конечно, здесь есть риски. Второй вариант, который используем в том числе мы, это то, что у нас есть определенные алгоритмы, которые там позволяют сделать порядка 90% депозитов мгновенными. Сверху этого алгоритма у нас стоит определенный страховой провайдер. То есть, другими словами, есть вариант, что мы принимаем депозит для клиента мгновенно, мы ему гарантируем, что эти деньги уже получены, в случае, если в блокчейне эта транзакция не подтверждается. Ну, давайте не будем углубляться глубоко в блокчейны, но такое случается. Вот, то мы клиенту прогарантировали деньги, и это неоткатываемо. Это очень удобный инструмент. Он для бизнесов, которые борются за клиента, где конкуренция крайне высокая, в iGaming это крайне важно, это важнее, чем в e-commerce, я считаю, потому что там борьба за клиента и стоимость клиента просто невероятная. Да, про скоринг, наверное, я углубляться не буду. Есть множество провайдеров. Это то, что я говорил, проверка источника средств. Очень важно иметь подключение к базам, которые дают тебе максимально понятный скор, чтобы ты случайно не принял деньги оттуда, откуда нельзя. Есть множество провайдеров, они все работают примерно по одному принципу кластеризации. Я думаю, может быть, сегодня кто-то об этом будет на конференции разговаривать. Об этом можно разговаривать очень долго, это достаточно интересная, но сложная тематика. Вот. И хранение денег. Как мы это делаем? У нас есть горячий кошелек, там лежат какие-то деньги. То есть, когда ты работаешь с платежами, ты все равно в какой-то степени немножко являешься банком. Потому что все равно какие-то деньги у тебя какое-то время лежат. Конечно, там по сравнению с биржами, которые, там у них хранение активов практически сопоставимо, может быть, с объемами, то у нас, как правило, те деньги, которые лежат, они гораздо меньше, чем объемы.
Вот, но это все равно на очень больших объемах, все равно очень много денег. Вот, поэтому это горячий кошелек, это холодный кошелек, и это там вообще ну, очень закрытое хранилище, из которого необходимо звонить людям и вытаскивать эти деньги, там, это может понадобиться там, раз в год. То есть практически все это делают, если вы строите такую систему, сразу это продумайте, вот, или если вы планируете с кем-то работать, то убедитесь, что они ваши деньги как-то умно хранят, ну, как-то об этом позаботились. Так, зачем вообще это делать? Если мы говорим про бизнесы, то на самом деле я честно верю, и это, наверное, одна из причин, почему я занимаюсь криптой уже так долго и в эти криптозимы не ухожу работать куда-то в другое место, потому что я считаю, что крипта – это платежный протокол интернета. То есть крипта, она очень нативна к интернету. То есть у нас есть децентрализованный интернет, в котором есть централизованные платежные методы. И вот я вижу, что крипта, она вроде как очень нативно вообще встраивается в интернет. Поэтому электронная коммерция, да, e-commerce, я считаю, что должна как минимум дружить с криптой. Я понимаю, что сейчас adoption не стопроцентный, и это там не даст вашему бизнесу возможность принимать платежи со всех, но если вы работаете, если ваша компания международная, то принимать криптовалюту это очень здраво, потому что вы можете принимать ее со всего мира, и это, как правило, стоит совсем недорого. Нет рисков того, что платеж будет отозван. Ну, наверное, в e-commerce это не так важно, но где-то там в услугах, где-то в развлечениях, то есть любое столкновение с чарджбэками, это всегда очень больно, когда просто окажется, что платеж, который к вам пришел, он является нелегитимным, и вам придется вернуть эти деньги еще с дополнительным штрафом. В криптовалюте ну, такой проблемы нету, и для многих сфер это является ну, крайне важным. Ну да, я уже говорил, это достаточно дешево. Потом, почему еще многие это делают? Многие делают, у нас запроса от клиентов особо нету, но на фоне конкурентов, потому что про крипту сейчас уже все знают и все разговаривают, мы просто сможем выехать на маркетинге. То есть мы громко заявим, что мы такие все в тренде и прогрессивные, и принимаем криптовалюту. Конечно, для провайдера там, вроде нас эти клиенты не очень интересные, потому что они, как правило, не принесут никаких денег, но для бизнеса это сказывается достаточно в позитивную сторону. Допустим, там, если в Киеве какие-то рестораны кальянные там, начинают принимать криптовалюту, то понятно, что вот эта вот группа людей вроде нас, она уже обратит внимание в эту сторону и позволит этому ресторану, этому заведению выиграть на фоне других. Это касается много чего. Вот, да, это новые горизонты развития вашего бизнеса. То есть, допустим, если там сейчас у вас интернет-магазин, который там продает на весь Европейский Союз, и вы сейчас промоутитесь где-то там ну, даже, может быть, интернет-магазин не лучший пример, но это дает вам возможность продвигать свои продукты, свои услуги на тех сайтах, где есть криптоны. Там на форклоге, на вон том же, там на каких-то сайтах аналитики и так далее. То есть это открывает новый горизонт для маркетинга и новые источники юзеров. Да, на самом деле то, что мы видим сейчас, очень много того, что происходит. Международные бизнесы, большие бизнесы, там, я говорю про обороты, там, допустим, в сотни миллионов долларов в месяц, у них, как правило, много партнеров, много сапплайеров, много провайдеров разнообразных. И эти как бы, компании, как правило, находятся в разных частях мира. И они для этого используют SWIFT. Если кто-то из вас работает со SWIFT-ом, особенно в какой-то более-менее high-risk сфере, вы понимаете, что это похоже на ад. Как бы очень много вопросов. Я вижу грустные кивающие лица в зале. На самом деле это ад. То есть те компании, которые смогли сделать себе поток криптовалюты, они таким образом эту криптовалюту легко могут сконвертировать в USDT либо во что-то еще и расплатиться со своими провайдерами. То есть это, по сути, такой альтернативный финансовый мир, который мы создаем, который мы поддерживаем. И из нашего бизнеса мы видим, что спрос на это невероятный. Он растет. Поэтому обратите на это внимание, поговорите с теми, кто платит вам, и те, кому платите вы, может быть, вы с помощью криптовалюты сможете что-то сэкономить где-то. Вот. Ну, я почему об этом рассказываю? Одна из наших услуг – это бизнес-криптокошелек. То есть это кошелек для компаний, там с кучей настроек безопасности, всего прочего, и легким обменом из крипты в фиат, из фиата в крипту, или там в стабильные валюты вроде USDT, USDC, и так далее. Мы видим, что спрос на это действительно есть.
В общем, да, напоследок хотел бы сказать какие-то базовые рекомендации, что вообще делать. Если вы уже начинаете работать с каким-то провайдером, и вы его выбрали, то доверяйте его советам. То есть, как правило, работа с каким-либо провайдером в крипте, да и, наверное, не только в крипте, который зарабатывает с комиссией, с транзакций, он невероятно заинтересован, чтобы у вас все получилось. То есть, по сути, успех нашего бизнеса – это успех наших клиентов. Поэтому как бы провайдер всегда заинтересован, чтобы у вас все было восхитительно. Поэтому прислушивайтесь, если вы компанию выбрали, значит, вы, наверное, должны к ним прислушиваться, потому что вы считаете их профессионалами. Возьмите комплайенс-офицера, который будет смотреть на скор-рейты по вашим транзакциям, и не игнорируйте, если вы видите, что какой-то поток от какого-то клиента идет постоянно сомнительных операций. Это очень важно, это иногда проверяют и могут прийти с вопросами. Никогда не храните много крипты, много денег на каком-то стороннем провайдере. Мы об этом говорим ежегодно и всем, и всегда. Не храните много денег на биржах, не храните много денег на хостед кошельках, и если вы бизнес, не храните много денег на провайдерах. Если вам нужно похоронить какую-то криптовалюту там свыше месяца, заведите себе хардверный кошелечек, заключите контракт с каким-то enterprise-grade провайдером для хранения криптовалюты и храните лучше там. То есть на провайдерах вроде нас это не наша специализация хранить большие миллионы. Gordon, one second. Да, не берите на себя риски обмена. Вот, и поговорите со своими существующими платежными провайдерами и банками, возможно, они категорически против криптовалюты. Да, мы открыты для нового бизнеса, пожалуйста, зайдите на эти сайты, напишите нам на этот email, это лучший способ начать с нами работать и проверить все вопросы.